Так вот, про бесплатную энергию. В интернете много вариантов, как сделать магнитный мотор или переделать какие-то генераторы, чтобы получать бесплатное электричество. Но из известных мне работающих вариантов, вот единственный перед вами. Вот это крыша для машин, которая позволяет мало того, что получать тень и беречь машины, еще вырабатывает около 500 киловатт электричества, которое переделывается в переменный ток вот, в будке под самым левым навесом, в открытой трансформаторной будке, и сразу поступает в городскую сеть, если это в лишку для самого здания. Итого за день порядка 5 хороших световых часов может быть выработано 2,5 мегаватт-часа электричества. Вот оно настоящее бесплатное электричество, бесплатная энергия. Гарантия у таких элементов 25 лет. Ну и, конечно, если производитель дает гарантию 25 лет, реально они прослужат дольше. По крайней мере, так это устроено в Штатах. Ну а следующим этапом попробуем разобраться и немножко поиграть со всякими этими бесплатными энергиями из постоянных магнитов. А пока наслаждаемся настоящей бесплатной энергией. Ну, конечно, забыл добавить, что фотоэлементы надо сначала купить и поставить.